В малом зале Дома правительства сегодня обсуждали итоги летней оздоровительной кампании. Особо подчеркивалось, что комплексные проверки организации отдыха и оздоровления детей на территории Карачао-Черкесии проводились до начала летней кампании, по факту готовности и в летний период. С целью обеспечения безопасного отдыха детей был организован регулярный контроль соблюдения требований противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, медицинского обеспечения, санитарных норм и оказания услуг, предусмотренных в госконтракте, путем выездов к месту отдыха детей и ежедневного мониторинга деятельности организации, уполномоченным органам в течение всего оздоровительного периода. Все категории специалистов, задействованные в организации проведения летнего отдыха, прошли соответствующую подготовку на курсах повышения квалификации работников образования. В 2019 году обучилось 219 педагогов. Во всех организациях отдыха было организовано пятиразовое в пришкольных лагерях, двухразовое питание детей с соблюдением колоража, витаминизации блюд и питьевого режима. Руководителям организации отдыха и оздоровления республики хотелось бы обратить внимание на своевременное получение разрешительных документов и предоставление сведений в единый реестр организации отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Карачаево-Черкесской республики, в срок до 1 марта 2020 года. Для организации результативной и качественной работы в интересах всех участников летнего оздоровительного отдыха ввести в практику издание рекламного буклета.